Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет, дорогие друзья, это Артемий Троицкий, Радио Свободы и подкаст, и радиопрограмма «Музыка на свободе», выпуск номер 353. Сегодняшние хедлайнеры — это будут всякие малоизвестные в основном, но очень интересные британские группы конца 70-х, начала 80-х годов, родоначальники влиятельнейшего британского постпанка. А начинает сегодняшнюю программу новая и уже довольно модная в Соединенных Штатах и в окрестностях группа Wednesday, среда, то есть они из штата Северная Каролина. Группа была основана в 2017 году. И играют они такую музыку довольно эклектичную. Кто-то их называет альтернативным кантри, кто-то шугейзом. В общем, так или иначе. Их новый альбом, пятый уже по счету, он называется «Rat Saw God», «Крыса увидела Бога», и слушаем с него песню «Formula One». I like sleeping with the lights on. Wednesday из Соединенных Штатов Америки. Песня про Формулу-1. Кстати, имеется в виду именно автогонки Формулы-1, которую я тоже зачастую смотрю. А вокалистку этой группы, и на гитаре она тоже играет, зовут Карли Хартсман. «Мистер Жарко» — это группа, которая базируется в Германии, но состоит в основном всяких выходцев из балканских стран. Лидер Жарко Йовашевич поет и гитарирует. Катя Ташева там еще имеется, вторая солистка.
И люди все не только из Германии, как я уже сказал, но также из Сербии и Болгарии. Четвертый альбом мистера Жарко называется «L'amour fatal». Ну, понятно, что фатальная несчастная любовь. И заглавную песню послушаем с этого альбома. And it's never too long, but the feeling is strong. All things will disappear, and I'm losing my mind. You flow through my veins, I breathe with your eyes. I am going insane. All I feel is this pain, and I know that you are mine. Kisses that will make you cry. You will love me till I die. We both know there is no time. It's time to say goodbye. Time is always so slow. I don't want to let go. There is no reason why. Deadly thoughts on my mind. Hearts that without speed. What remains is the fear. When love shines always dies, and I know that you are mine. This is the moon that you cry. Love me till I die. We both know there is no time. It is time to say goodbye. The house we've built is sinking down to hell below. We cannot see the light in our souls and hearts anymore. The rain and the sun and the sky and stars will fall, and this will mean the end of our life and love. And I know that you are mine. Мистер Жарко из Германии, дробь различные Балканы, «Amour Fatal» называется этот альбом. Теперь послушаем одну архивную запись, и это будет известный итальянский композитор Пьеро Умильяни. Но он известен на самом деле не как автор, скажем, поп-хитов или симфонической музыки, известен он исключительно как автор киномузыки. Вот всякие секс-фильмы, экшн-фильмы, хорроры, итальянские спагетти-вестерны и так далее. Это все сфера музыки Пьеро Умильяни. Он умер уже довольно давно, то есть родился в 1926 году, умер в 2001.
Ну вот, симпатичный сборничек мне его попался. Называется «L'uomo electronico», то есть «Человек электронный». И тут собраны исключительно всякие электронные сочинения, причем даже не киношного, а такого, скорее, экспериментального плана. Пьеро Умилиани мы послушаем пьесу «Синистро Карион», то есть страшный, пугающий карион. А карион — это, на самом деле, инструмент, имеется во многих соборах на колокольнях. Это такие маленькие колокольчики, на которых можно играть достаточно сложную музыку. Из Италии. Архивная запись 1983 года. «Синистро Карион», альбом «Uomo Electronico». Теперь у нас будет маленький очерк о польской певице и скрипачке по имени Йоланта Косаковска. Она выпускает как сольные пластинки, так и выступает со своей группой «Мозаик». Послушаем две вещицы. Обе вышли в этом году, в 24-м. Сначала песня из ее сольного альбома, так и называется «Солова», и песня «Блонд». Ах ты, хлопче, пiękne oczy, в моем сердце есть тенскнота, бо ме сердце жалость чує, цały świat się не отрує. И усiadła на камень, пустила блонде волосы и так собе нарекала, лепей, чтобы тебя не знала, лепей, чтобы тебя не знала, лепей, чтобы тебя не знала, лепей, чтобы тебя не знала.
mój jedyny, jaki żal jest twej dziewczyny. Lepiej byłabym skonała, niż się w tobie zakochała. Jakże ciężko jest dziewczynie swoje kochanie porzucić. Ciężko suchej jabłoneczce zielony listek wypuścić. Косаковская, Польша, альбом «Солова». Ну, а теперь послушаем квартет Йоланты Косаковской. Называется, как я уже говорил, ее группа «Мозаик». И в этом году у них вышел очередной альбом «Жар». С него песня «Кавалерджи». Про кавалеров в исполнении дамы Йоланты Косаковской, альбом «Жар» ее группы квартета «Мозаик». Ну, а теперь британский постпанк. Сразу скажу, как это у меня часто бывает, тему эту подсказал замечательный сборник. Сейчас вообще выходит очень много архивных сборников с массой всякой невостребованной в прошлом, но очень даже интересно звучащей даже в настоящем музыкой. И один из них называется «Moving Away from the Pulse Beat» «Постпанк Бритн» 1977-1981. Ну, и это действительно британский постпанк. Представлены тут все известные группы постпанковые. Ну, понятно, кто. Естественно, Joy Division, и Buzzcocks, и Magazine, и XTC, многие-многие другие. Кстати, есть и французы, Metal Urban, и австралийцы, Nick Cave и Birthday Party. Вот. Но я выбрал группы менее известные, но не менее, на мой взгляд, иногда и более даже интересные, чем знаменитые представители британского раннего постпанка. Начнем с группы The Revillos. Они из города Эдинбурга и возникли на обломках группы The Resillos. Это была очень популярная такая веселая панк-группа.
Развалились они в 78 году, и в 79 возникли эти самые Ревиллос на их месте. Почему они не стали называться Резиллос, хотя там было два солиста бывших из этой группы, а потому что фирма грамзаписи Сайер не дала им прав на название группы. Итак, эти самые Ревиллос выпустили в сентябре 79 года сингл, в котором была на оборотной стороне вот эта самая песенка «The Fiend» — «Злодей». Шотландцы из Эдинбурга, The Ревиллос. Ну, эту группу вообще интересовала всегда научная фантастика, а также музыка из фильмов ужасов и так далее. Ну, отчасти это ощущается в песенке «Злодей». Выпустили впоследствии Ревиллос один единственный альбом. Следующая группа из Лондона называется «Прагвек». При этом написано «Праг» обычными буквами «Век». Заглавными буквами, и означает это «прагматичный вектор». Солистка группы Сьюзен Гоган, и слушаем песню «Existential» с ее дебютной эпишки. Qu'est-ce qui se passe ici? S'il fallait aller, il deviendra DJ. Oui, il part en Amérique pour gagner beaucoup de fric. Alors, salut Steve. Allô, LA. L'Amérique, comme je t'adore. Pays des aventuristes. Je voudrais oublier toutes mes idées existentialistes. Comme c'est triste, comme c'est chouette, non? Comme la moustache a poussé longue.
la moustache bourgeoise capitaliste ne pousse plus. Peut-être elle poussera plus grosse. Сьюзен Гоган пела на французском языке, группа «Прагвек», песня, ну, если по-английски, то «existential», по-французски, естественно, «existential». Тоже выпустили впоследствии один единственный альбом в 80-м году. Это была запись октября 78-го. «The Diagram Brothers». Ну, эту группу я немножко знал. Они из Манчестера и, пожалуй, такая самая дикая экспериментальная группа из этого самого города, который вообще во многом ответственен за постпанковую волну. А все участники группы Diagram Brothers, хотя и не были братьями, но обозначали себя как там Энди Диаграм, Джон Диаграм и так далее. И послушаем сейчас песню с их первого сингла. Это октябрь 80-го года, и песня называется «There is no shower», «Тут нет душа». David's mother has written to the council. Shower. There is no shower. The letter is passed from office to office. The reply says, sorry, we have no money left. You'll get no help. Diagram Brothers во главе с Энди Диаграмом, который потом играл во всяких известных группах, в частности Pale Fountains и James. Но это была ранняя запись его первой группы, октябрь 80-го. «Здесь нет душа». Normal Hawaiians, опять же группа, которую я знал и за которой следил, они из предместья Лондона, городка Орпингтона. И, в общем-то, Normal Hawaiians — это один человек. Зовут его Гай Смит. Он поет, играет на гитаре и других инструментах, ну и набирал самые разные составы в разное время. Тоже с экспериментальным уклоном коллектив, хотя по первой самой их записи, которую мы сейчас послушаем, «The Beat Goes On», этого не скажешь. Ноябрь 80-го. Just like the adverts.
Нормил Хавайенс, они же Гай Смит, The Beat Goes On. Ну, вскоре после этого группа изменила ориентацию. Гай Смит уехал в Валийские леса и там предавался, и до сих пор предается, кстати, пластинки у Нормил Хавайенс до сих пор выходят, предается всяким экспериментам в перемешку с трансцендентной медитацией. Следующая группа из Ливерпуля, малоизвестная, всего один альбом у них, а также 4 сингла. Называется она Modern Eon. Главный человек там Алекс Плейн. И группа эта, ну, это где-то между постпанком и, наверное, арт-роком или прог-роком. Симпатичная группа. Послушаем с их первого сингла, который вышел в ноябре 80-го года, песенку «Waiting for the Cavalry» в ожидании кавалерии. We'll be right back.
Modern Ion из Ливерпуля в ожидании кавалерии. Напомню, что мы рассматриваем замечательный 5-дисковый бокс-сет, недавно вышедший, который называется Moving Away from the Pulse Beat, то есть удаляясь от биения пульса, постпанковая Британия 77-81. Последний экспонат, который я хотел бы вам предложить, и вот эта группа, которую даже я, при всей моей любви к постпанку и внимательной слежке за этим направлением, особенно в Британии, вот эту группу я никогда раньше не слышал и вообще даже и не знал о ней. Они из Лондона, называются Club Tango, ну, клуб танго. Солистку зовут Клэр Поллок. Выпустили всего две 45-ки, два синглика. И вот один из них содержал песню FTN. Вышел он в ноябре 81 года. Club Tango FTN, ноябрь 1981 года. Это был наш последний трек из очень, надо сказать, фундаментальной, может быть, исчерпывающей антологии под названием Moving Away from the Pulse Beat. Постпанковая Британия, 77-1981. Ну, из стародавней Британии перенесемся в современную Эфиопию.
Там, в городе Аддис-Абеба, в 2012 году был создан такой современный ансамбль под названием «Не горит». И вышел у них, наконец-то, спустя 12 лет после начала деятельности, дебютный альбом. Вышел на известном французском лейбле «Будда». Называется «Origins», то есть «Истоки». Слушаем с него пьесу «Эмахой». «Горит» из Эфиопии, их дебютный альбом «Origins». Марина Аллен, американская певица, сингер-шансонграйтерша из города Лос-Анджелеса. И вышел у нее третий альбом на лондонском лейбле Fire. Называется «Eight Pointed Star», «Восьмиконечная звезда». А с него послушаем песню «Bad Eye Opal». Bad Eye Opal plays the minuet. Traded lessons after winning the bet. Put the passage in the piece where her fingers freeze. Rising up from her girlhood notes she didn't want to need. So she bled down to the water's edge. After the wreckage, why this outdamned spot? Thank you.
the stillness behind. The air on my skin drawing the senses alive. Is 9 miles long, the well 40 miles deep. Your voice, my chant. I walk the way. If you look back now, night never turns to day. Марина Аллен и ее новый альбом Eight Pointed Star. Теперь чешская группа. Называется «Веселе плавкине», то есть «Веселые купальщицы» или даже «Купальщицы». Группы уже давным-давно нет. Они из города Теплице и выступали и записывались там в конце 80-х годов. После этого Павел Керка и Водоланский ушли в известную чешскую группу «Друзей». Американцев The Residents, группу «Уж сме дома». А записи вот этих веселых плавчих не так давно переиздал лейбл «Поли 5». И надо сказать, что это очень даже симпатичный релиз. Записи, повторю, 1989 года, город Теплице, песня «Здешений», а альбом этих архивных треков называется «Прозадим», то есть «Тем временем». Něco ze mě zůstalo v tobě. Kdo seš ty, jako jsem já? Skopaný zděšený svou vlastní podobou. 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 Kadit na svůj vlastní zadek, 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 prostě nechce. Nasadit tváře a naladit hlasy, nastavit ruce, kdo seš ty a kde jsem já? Скоро не все шаги, субасти подобают.
Весело Плавкине из чешских Теплице. Архивная запись, 89-й год, альбом «Прозатим». Ну, а под конец новый альбом Анны Калви. Знаете вы, наверное, эту замечательнейшую английскую композитора, певицу и, кстати говоря, виртуозную гитаристку. Родилась в Лондоне в 80-м году, значит, ей уже 45 лет. Немало. Она выпустила новый альбом, и это, в отличие от предыдущих ее релизов, это в основном инструментальная музыка, написанная ею для телесериала «Peaky Blinders». Не знаю, не видел я этого сериала. В переводе, ну, на русский язык, может быть, означает «заостренные козырьки». Как-то так. Записала она его вместе с Ником Лаунеем. Это английский музыкальный продюсер, очень известный. Продюсировал, в частности, Ника Кейва. Многие из его последних альбомов. Ну, и вот сейчас вот сработался с Анной Калви. Слушаем с альбома «Peaky Blinders» 5-го у Калви пьесу «Микелон». И с этим мы с вами и расстаемся. Счастливо, это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. До встречи на следующей неделе. Пока.